Романіка, вчені кримінального правопорушу, передбачено частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Попереднім судовим засіданням було оголошено перерву перед останнім словом обвинуваченого. Обвинувачений вам суд надає останнє слово, будь ласка. Уважаємо суд. Возможно, подведя всі итоги всього судебного розбирательства, я хотел бы, наверное, повториться немножко, что в то время, когда имело место событие, все-таки, возможно, я недопонимаю, в чем выражаются мои хулиганские действия, а именно, потерпевшая сторона, изначально находясь в этом заведении, вела себя уже неадекватно, и их выставили за дверь. За дверью они они делали, опять же, конфликтные ситуации с женщинами, будем говорить, возраста старше их полтора в два раза. Затем, когда вышел малолетний парень, несовершеннолетний, 17 лет, они пытались ему угрожать, потому что якобы он неправильно ходит, или там комплекция их не устраивает его, который обратился ко мне за помощью. И я, выполняя, наверное, можно сказать, даже свой гражданский долг, и находясь в громадской организации «Захист», я вышел и пытался сделать им замечание. На свои замечания я услышал, будем говорить, нецензурную брань, неадекватную вещь, с этих молодых людей, потому что они были в алкогольном опьянении, покинуть данное заведение. На что, естественно, в связи с тем, что я немножко возрастом старше, опять же, в два раза, я попросил их покинуть данное заведение, где мы обращали внимание на видеокамеры, где я выходил и зацепил изначально, может быть, такого потерпевшего, как Линду. Но попросил выйти оттуда почему-то Гончаревского. А потому что этот молодой человек, как и все свидетели, утверждающие здесь, которые находились в данном судебном процессе, утверждают, что этот, соответственно, этот молодой человек вели себя неадекватно изначально, за что их и выдворили с бара и на площадке. Я его попросил покинуть заведение, оступился и в процессе падение, да, я ухватился за него. Это не отрицает сам Клинду, Гончаревский. В его ходатайстве здесь в суде было подано в письменной форме, а также им озвучено в устной форме. Он же также говорит, что Романюк оступился на ступеньке и по инерции схватил меня за капюшон. Прокуратура утверждала, что в момент, когда якобы я его не оступился, якобы просто его потянул за капюшон и хотел выкинуть с данного помещения, не помещения, а данного преступника. Прокуратура утверждала, что данный молодой человек скатился со ступенек. Мы все видели на видео, что такого не происходило. Этот молодой человек сбежал себе по инерции по ступенькам, я ударился об стенку, после чего его друг, который якобы тоже не хотел конфликтной ситуации, как они здесь утверждали изначально, начал наносить мне удары. На что он утверждает, вначале он этого не делал, на что утверждает Гончаревский, что да, действительно, его друг Клиндух пытался меня схватить за шиворот, за что-то он пытался меня схватить. Но хотя все свидетели, я в частности, утверждал и утверждаю по сей день, что он не наносил удары. Когда я от Клиндуха спустился вниз спиной уже к Гончаревскому, Гончаревский, который ввиду своей правоте изначально, как он утверждал, он не хотел конфликта и не хотел конфликта, да, и сзади него находился выход, он почему-то не ушел от конфликта, а попытался сзади мне наносить удары. Что он так же самое утверждал с самого начала судебного заседания. И утверждает это в своем ходатайстве. Я никаким образом не пытался никому из них причинить какие-либо телесные повреждения. И никаким образом я из них никого не обидел. Как они, в свою очередь, три ситуации за один вечер, который длился 15 минут. Нахождение в баре, нахождение на личной клетке, нахождение с молодым человеком и, соответственно, со мной. То есть весь конфликт был инсценирован ими. Я попытался выполнить свой гражданский долг. И если суд считает, что все-таки мой гражданский долг должен пройти мимо, то я думаю, что, наверное, в следующий раз, если суд примет во внимание действительно никакое видеонаказание, я вынужден буду с ним согласиться, а может нет. Но в дальнейшем, если будет кого-то насиловать, проверьте, я пройду мимо. И чей бы этот ребенок не был.
и чья бы эта женщина не была. Я просто пройду мимо. Во внимание того, что прокуратура и следствие вменили такое, ну, такое нарушение. Никто у нас не освобождал от презумпции невиновности. Следствие должно было доказать мою вину. Но тут ее доказывать нечего. Мы видим видео, мы видим свидетельские показания всех свидетелей. Мы видим, как мы слышали от свидетелей, как допрашивали этих свидетелей вдвоем в следствии, переписывали протоколы по 5 раз. Ну, не 5, 4 раза, как утверждала Росташинская. Это разве правовое следствие было? Нет. Поэтому я считаю, что прокуратура просто как, ну, государственный обвинитель, ну, преследовала, наверное, какую-то цель. Ну, то есть для нераскрываемости преступления давайте раскроем хотя бы одно, потому что здесь есть видео, есть просто показания свидетелей. Почему потерпевшие? Почему потерпевшие не сказали, что я их изнасиловал? Может быть, и это мне вменили бы? Слова потерпевших на тот момент ничего, наверное, не значили. Они значили только судебное заседание. Сегодня получил от адвоката Кирьянов, опять же, ходатайство, которое якобы они зарегистрировали, не знаю, насколько это правда, но судя с отношений, ну, той, кто же написал в суде, Кирьянов, он имел, конечно, место как друг, тем более он действующий, на тот момент был милиционер. У него имело место не один раз разговаривать с потерпевшими Клиндухом и Гончаревским и понять ихнюю позицию. А мы их не поняли позицию, когда мой адвокат задал вопрос Гончаревскому лично, почему вы раньше не говорили о том, что все-таки скандал и конфликт имел место. Мы ответили на этот вопрос, что мы просто были на него злые, а мы вот вас попросил следователь так сделать. Мы на это, ну, тоже не услышали ответа, но мы слышали, просто он был злой. Потому что кто-то хотел, может, денег, может, компенсацию, я не знаю. Когда они получили компенсацию, когда они услышали от всех свидетелей о том, что вина ихняя там во всей этой, будем говорить, в этом конфликте, они перестали приходить на суд. Они начали скрываться, им не надо было приходить, потому что их адвокат, мы слышали, как он некоторых слов даже задать не мог до кучи. И, кстати, за Клиндуха. Да, действительно, Клиндух имел место, где я все-таки, возможно, причинил ему какое-то телесное повреждение с помощью, ну, пощечины и кольца. То есть, почему прокуратура не написала, что я кольцо приготовил заранее для нанесения ударов? Ну, Кирьянов. Как прокуратура пишет, что якобы я заранее приготовил пистолет. Пистолет у меня имеется также нарезное оружие, автомат Калашников. С 2012 года. И я всегда ходил и находился во многих громадских организациях. Также я нигде не был замечен, чтобы я просто ходил и размахивал этим пистолетом на протяжении 3 лет до данного, будем говорить, как называемого преступления. Все мои характеристики, что с дома, в котором проживаю, они есть в материалах дела, что с моего производства, там, где я непосредственно нахожусь директором, они идут положительные, и они не могут быть никак какими-то там отрицательными, потому что я действительно на руководящей должности нахожусь уже 15 лет. Никто из моих коллег, ну, я думаю, на меня не был в обиде, где-нибудь тайком на меня не говорит, что я такой негодяй. Налоговая полиция, ну, как вот здесь общественники находятся, они видели в другом судебном заседании, где налоговая инспекция подавала, что мое предприятие никогда не имело податкового уборку и никогда не должно государству ничего. И платит изрядно налоги под моим руководством. Я хотел бы вернуться еще к этим молодым людям по поводу этого конфликта. И заострить внимание, что все-таки все свидетели говорили о том, что они создали этот конфликт. Говорил я изначально, начиная со следствия. Я не менял на свои показания ни одного слова. Что, в свою очередь, сделали все эти молодые люди. Может кто-то подумает, что они молодые люди, да, ну, там, возраст там, и, там, детей, там, где-то плюс-минус. Я не люблю детей. На моем иждивении находится 3 несовершенных детей. Непосредственно Кристина Романюк Витальевна,
что есть в материалах дела. 2004 года рождения, 9 березня. Каталье Романю Витальевну, 13 года рождения, 4 сотня. Ну и будем говорить в процессе, пока шло судебное заседание, ну, то есть посудебный процесс. Были предоставлены это в первом, что жена у меня была беременна. Родился Марк Романюк Витальевич, 20 сотня, 15 года рождения. Данный момент начал предоставить суду справку на адвокатский запад. Моя жена находится на вагитном на 28 тижне вагитности. Я очень сильно люблю детей, поверьте. И независимо, какого у него возраста. Поэтому и даже в выставке потерпевших, что я там относился, как будто я старпер, как они выражались здесь. Я там, ну знаете, может быть действительно где-то какой-то дедушка с каким-то автоматом там или ружьем гоняет от черешни своей, то я их не отгонял ни от какой черешни. Я просто сделал замечание за такого же молодого человека, только на 5 лет младше, чем они, несовершеннолетнего. Они на тот момент были совершеннолетними. Дальше хочу сказать, что я действительно на самом деле люблю детей. Подтверждающие документы я готов это все передать суду. Я неоднократно награждался такими дипломами для, ну, Украинской ассоциации карате «Шатакам» для поддержки молодого юношеского спорта. С моей поддержкой молодые люди занимали первые места в мире и на чемпионате Европы. Могу передать их помогу, мои дипломы. Я представляю «Шатакам карате» в Николаевской области как официальный представник именно молоди, молоди и спорта. Я люблю детей, еще раз говорю. И ихнее поведение, то, что я старпер, опять же, якобы я произвел конфликт, а не они изначально. Я думаю, это вообще неуместно. Я понимаю прокуратуру, я понимаю все, я понимаю обвинения. Пришли люди, пожаловались, да, действительно, есть огнестрельное. Я еще раз говорю, да, я виноват был. Да, я возможно, должен был применить физическую силу. Попытаться, по крайней мере. Но если со мной что-то случилось, кто бы воспитывал моих детей? Из их же показаний, того же Гончаревского, мы видим, что я убежать от него не мог, а у него был шанс. У обоих. Потому что я был загнан в угол, там, где вокруг меня был забор. Я не на шести не прыгаю. Поэтому, и если мы заметим по, ну, наверное, заметили уже по видеозаписи, которую мы просматривали, изучали в судебном заседании. Весь процесс стрельбы происходил 5 секунд. У меня не было мысли подумать, стрельнуть туда, стрельнуть сюда. Оно инстинктивно просто нажимало, чтобы отбить атаку этих молодых подростков. На данный момент, конечно, я взял все во внимание. Уже прошло и шло, ну, судебное заседание и шло очень долго. Мы многое на своем предприятии достигли. Мы добились, вошли в топ-тройку золотого рейтинга наше предприятие. Такие предприятия, как Небулун, ну, восстановят нам подяки для работы. Потому что, ну, это украинские экспортеры, украинские переробные. Мы работаем на внутреннем рынке, не пытаемся уйти, убежать, как многие на сегодняшний день уходят в теневую экономику. Хотел бы также сказать, что за этот промежуток времени я вступил в партию «Народная Рада». «Народная Рада» также сама дала мне характеристику, хотя я хотел бы также сама ее передать, возможно, даже немного зачитать, параллельно со своим предприятием. Почему? Они много говорят, да, вопросов нема, я на хорошем счету в этой партии. Почему? Они створили в Николаевской области громадскую примальную комитету борьбы с коррупцией и организованной злочинностью ВГО, СГО, Народная Рада, департамента Николаевской области. И призначили меня
Ну, и призначили, выдали за створение по регистрации громадских приманий комитета по борьбе с коррупцией, организованной злочинностью ВГО, СГУ Народной Рады, Батальонного Конституции, Рабаника Виталия Анатольевича, в частности, это меня. И приказом призначить Рабаника Виталия Анатольевича на громадских засадах на посаду начальника Маколаевского департамента комитета по борьбе с коррупцией, это организованной злочинностью ВГО, СГУ Народной Рады, Маколаевской области от 11 листопада 2016 года. Также в данной характеристике говорит, что я не хотел бы, конечно, себе вешать медали, я извиняюсь за выражение. Сейчас, в это тяжелое время, те молодые люди, которые любят конфликтовать, почему-то не идут в АТО, а стараются в суде отбивать то, что они на больничном листе, были на больничном и захотели, потеряли какой-то там процент заработной платы. Но никто из них на данный момент, на данный момент, не имея детей, не захотел пойти и отстоять свою родину. В частности, да, возможно, и я этого не сделал. Возраст у меня уже может чуть не такой, как у них. Да и детей мы побольше, которых надо тоже кормить, воспитывать. Мое предприятие, и даже Народная Рада, та, которую я представляю здесь, написала в этой характеристике, да, что это помогает участникам АТО, что говорит про великую відповідальність та активную громадскую позицию. Я принес в этом году мое предприятие передал в АТО 180 тысяч гривен допомоги. Да, я там не служу. Но, как говорится, родину любить надо. Я хотел бы все-таки суд, независимо на все там мои там отношения к жизни, к родине, к детям, принять во внимание, что конфликт я не организовал и никак я не хотел навредить этим молодым людям. Спасибо. Спасибо.